Приветствуем всех зрителей на нашем новостном канале. Перед просмотром этого видео поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, а для того, чтобы не пропускать свежие новости, нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Юлия Меньшова опубликовала в соцсетях сообщение, которое ее подписчики сочли жутким. Якобы, такие слова могут навлечь большую беду на человека, их произносящего. Артистка заявила, что наслаждается последней осенью, подразумевая, как оказалось, скорое наступление зимы, но ее поняли неправильно. По словам Меньшовой, обеспокоенные поклонники практически забросали ее предупреждениями. Подписчики настырно рекомендуют знаменитости не проговаривать фраз, которые могут напророчить печальные события. Слово «последний» необходимо заменять на прилагательное «крайний», говорят Юлии пользователи сети. Артистка тем временем тревогу интернет-пользователей не понимает. Она отметила, что не является суеверной. Предрассудки напоминают Меньшовой страшилки времен детства. Лет с 8 до 12 я вполне могла оказаться в плену леденящего ужаса, мол, сказанешь не то словечко, и все, хана тебе. С юмором отметила знаменитость. С наивными страхами, по словам Юлии, она распрощалась еще до совершеннолетия. Между тем, как рассказала Меньшова, серьезное беспокойство у нее порождает ситуация с коронавирусом в нашей стране. Актриса обозначила, что сама привелась спутником 5. Кроме того, вакцины от ковида получили все члены семьи знаменитости. «Стараюсь игнорировать эту тему, так как она для меня очень болезненная. Когда вижу в ленте посты о том, что творится, о попирании наших прав или об информационной недостаточности и тому подобное, я это уже видеть не могу. Я просто сразу отписываюсь для того, чтобы не трепать себе нервы. Но ситуация снова беспрецедентная, у нас в стране умирает по 1000 человек в день и у нас низкий процент вакцинированности в стране», заявила Юлия Меньшова. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, убедительная просьба поставить лайк, а также подписаться на наш канал, а чтобы не пропускать свежие новости, нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр!